В самом начале кроманьонцы дали пизды неандертальцам, после чего часть из них поселилась у моря, назвавшись Таврами. Вскоре через перешейки из диких мест прискакали киммерийцы и стали жить в степи. Затем прискакали из диких мест скифы, дали киммерийцам пизды и поселились в степи вместо них. После этого из Греции приплыли греки, дали пизды таврам и стали жить у моря. Из диких мест тем временем периодически прискакивали сарматы и давали пизды скифам, а заодно и грекам, поскольку их было не жалко. Потом приплыли римляне, типа спасать греков, но вместо этого дали им немножко пизды и тоже стали жить у моря. Затем случилось великое переселение народов. Из диких мест прискакали готы, гуны и Атила, дали скифам пизды и ускакали. Следом за ними прискакали хазары, дали всем чуть-чуть пизды, забрали себе половину Крыма и начали там жить, превратившись в караим. Римские греки тем временем послали нахер далекую империю и забабахали себе в красивых горах отдельное государство Феодора. Потом из диких мест прискакал князь Владимир, дал всем пизды, принял христианство и ускакал обратно. Затем прискакали из диких мест монгольские татары, дали караимам пизды и отжали степной Крым себе. После этого приплыли генуэзцы, то есть итальянцы, купили себе немножко территории и стали торговать со всей нечистью, что жила на полуострове. Но оказалось, что чуть раньше туда же приплыли другие итальянцы, которые венецианцы. И они хоть и были земляками, терпеть друг друга не могли и постоянно пиздились, что в море, что на суше. Потом зачем-то прискакали литовцы, дали монгольским татарам пизды и ускакали. Монгольские татары сказали тогда, что идите вы все нахер, мы теперь будем крымскими татарами и сделаем свое отдельное от всех крымское ханство. После чего приплыли турки и очень решительно дали пизды оставшимся грекам с итальянцами, полностью сломали Феодора, а крымское ханство тупо аннексировали. Потом несколько раз прискакивали русские, давали всем пизды, но огребали в ответ и ускакивали обратно в дикие места. Но вскоре они изобрели Потемкина и все же выдавили турок на другой берег моря, отжали Крым себе и основали Севастополь. Затем приплыли французы с англичанами, дали всем пизды, но селиться нигде не захотели и уплыли восвояси. После этого у русских случилась революция, в Крым прискакали красные большевики и снова дали всем пизды просто на всякий случай и еще устроили по своему обыкновению голодомор. Потом одновременно прискакали и прилетели немцы, дали всем пизды, получили от большевиков пизды в ответ и ускакали. Затем страна большевиков рассыпалась, и Крым достался Украине, потому что русским было не до него, а Украина находилась рядом, и вообще как раз из тех земель всегда все и прискакивали. Но вскоре русские продали много нефти и вспомнили, что у них раньше был свой полуостров. Так что они немножко... себе, и знаете что? Не похоже, чтобы это был конец истории.